А если вы не хотите, чтобы разнообразные монстры из игры Тока-Бока пришли к вам и напугали вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Я надеюсь. Ребята, напишите прямо сейчас, сколько у вас время. У меня ровно 17:00, то есть 5 часов вечера. Напишите, сколько у вас. Так интересно, в каком часовом поясе мы все с вами находимся и у кого сколько время. Пишите. Но сегодня мы смотрим видео со странным названием. Девочка, которая всех кусала. Почему она так делала? Давайте же узнаем. Прикинь, что-то мега зубастое вырывается у нас. Офигеть, какая классная зубастая девочка. А почему она всех кусала? Потому что она была вампиршей или потому что они были такие вкусные-вкусные? Вот наша девочка. Она была настолько прекрасна. Она была так прекрасна. Была. Целое солнце, а не девочка. Потом она оказалась в обществе больных каких-то людей. Скорее всего, так и было. Смотрим. Я же говорила. Ну что за уродливое больное общество, а? Тут надо не обижаться, а возненавидеть их. Это гораздо ненависть, гораздо сильнее справиться с этой болью, чем сама боль. Например, если тебе больно, тебе обидно, лучше уж возненавидеть их всех, чтобы не было так больно. Понять, что они просто уроды. И пожалеть их даже в какой-то степени. Поэтому, скорее всего, я свою дочь отдам в какую-нибудь супер офигенную школу, где дети воспитаны с детства и добрые. Мороженое такое холодное. Так вкусненько. Ну что ты, не плачь, все нормально будет. Ты потом вырастешь, станешь самой классной. В отличие от них, потому что они злые, а злыми быть не круто. Ну и в общем, тут она засыпает на своих вот этих чувствах расстроенных, что с ней так поступили. Это кто? Короче, как будто в нее вселилась. Видите, вот это как будто бы огромная злая ведьма, которая к ней пришла и вселила в нее какого-то монстра. Ну все, она шлепает обратно в школу, и здесь ее, кажется, как так наступила ночь? Почему наступила ночь? Злодей. Зубки свои навострил, придурочный. Я бы ему, блин, эти зубки, знаете, выдрала бы. Пипец, ты об этом пожалеешь сейчас. Не, ну конченый какой, а. Просто свинота. Я даже рада. Не пугайся, это теперь твоя суперсила. Ей, конечно, придется уехать куда-нибудь очень далеко, потому что, кажется, каждый человек, который встречается в твоей жизни, может тебя обидеть. А вдруг ты не хочешь, чтобы с этим человеком что-то произошло? А он на порыве эмоций взял что-нибудь тебе обидное, сказал, и ты такой обиделся. А эта девочка, которая продает мороженое, мне кажется, она очень милая. Спасибо, ты подняла мне настроение. С ней же все нормально будет. Она слышит вдруг, как эта девочка плачет. Наша героиня. Все,
это все объясняет. Вы понимаете, в чем прикол? Что это чудовище всех рубит, даже тех, кто обошелся с ней хорошо. То есть ей вообще без разницы кого. Ну, это тяжело. Тут реально придется покинуть город. Уехать куда-нибудь в джунгли просто и спать там. Чтобы там ни одного человека не было. Такое место, где никто не захочет жить, чтобы там никого не встретить. Вот так. Тоже не круто. Вы понимаете, что сейчас она половину жителей Тока-Бока перережет? Это кошмар. Ты, блин, чертова училка. Приветик, давно не виделись. Знаешь, с нашей последней встречи кое-что изменилось. Ты, конечно, не изменилась, ты по-прежнему осталась злобной теткой. Но изменилась я. И сейчас я тебе покажу. Здорово, помнишь меня? Вот и мое новое обличие. А-ха-ха. Минус один учитель. Это и плюс, и минус одновременно. Для этой девочки это в основном и вот плюс и минус, я не знаю. Ее теперь никто не будет обижать, это плюс. Но то, что все вокруг мрут, как мухи, это минус. А вы уже забоялись. А вы уже просто боитесь, что вас теперь тронут, и теперь вы стали раскаиваться. Это да. Кошмарно. Просто убийства повсюду происходят. И что же теперь ты будешь делать? Бам. Осталось сколько их там? Четверо или пятеро? Четверо. Все такие перепуганные. А чем вы думали раньше? Чем вы думали раньше? Чем? Он такой, вы что, боитесь меня, что ли? Да ну, вы что, перестаньте, подумаешь-ка. Я же ничего такого вам не сделала. Они в ужасе просто. Ха-ха-ха. Мы обречены. Это выражение лица на их лицах, так оно и говорит. Мы обречены, наступает ночь, сейчас у нас будет с вами развязка. Сейчас будет все при все самое интересное. И кровопролитная. Я смотрю. Ножик за ним погнался! Уй! Их осталось трое. Что там? I'll be back, что? В общем, зло не спит. Она вернется и заделает, мне кажется, свое кровавое дело со всеми остальными участниками данного видео. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас очень люблю. Целую. Пока.